Дизайнер Каролина Эррера. Всегда подтянутая, с легким макияжем, в накрахмаленной белой сорочке, с открытой улыбкой. Показ ее последней коллекции назначен на 10 часов утра. Это значит, что прийти на место событий ей нужно не позже 7. В свои 71 год, несмотря на ранний час, она выглядит лучше многих своих молодых сослуживцев. Такая рафинированная элегантность – большое исключение. Женщин, действительно обладающих ею, осталось совсем немного. Одна из них – американский дизайнер венесуэльского происхождения Каролина Эррера. В отличие от многих икон стиля, она не просто его воплощала, но и создавала. Правда, начала она свою дизайнерскую карьеру довольно поздно, в 42 года. Я основала свой бизнес 28 лет назад. Всегда тяжело начинать что-то с нуля. Однако нужно иметь уверенность в себе и в том, что твои вещи будут покупать. Мне с этим очень повезло. Действительно, успех дома моды Каролины Эрреры был предопределен. До того, как стать дизайнером, она была образцовой светской леди. Посещала громкие приемы и водила дружбу с самыми известными людьми своего времени. Не случайно ее первыми клиентками стали Эсте Лаудер и Жаклин Кеннеди Анасис, которая носила одежду от Эрреры в течение последних 12 лет своей жизни. Именно знаменитые друзья Эрреры обеспечили начинающему дизайнеру первый серьезный успех. Те из них, кто остался в живых, посещают ее показы до сих пор. Например, легендарная Лира Дзивилл, родная сестра Жаклин Кеннеди. Вещи Каролины Эрреры на все времена. У меня очень много ее одежды. Первой коллекции Каролины Эрреры модная пресса критиковала. Начинания богатой аристократки не воспринимали всерьез. Но когда ее одежду стали копировать другие марки, а империя под именем Эрреры росла и крепла стремительными темпами, все вокруг вынуждены были признать. На модном небосклоне Америки зажглась еще одна яркая звезда. Правда, годы неприятия развили в Эрреры необходимую долю самообладания. Ни в коем случае не нужно идти на поводу у прессы и делать коллекции только для признания критиков. Главное – выработать собственный стиль. Каролине Эрреры собственный стиль удалось найти очень быстро. Она была одной из первых, кто начал использовать подплечники, чтобы визуально уменьшить талию. Узкий лиф, четкие линии силуэта, приподнятый рукав. Эти элементы всегда присутствуют в одежде от Эрреры. Дизайнера прозвали «Мадонной белой рубашки». В каждой ее коллекции есть пара накрахмаленных строгих сорочек, которые для самой Эрреры еще в юности стали незаменимой вещью в гардеробе. А ведь с предпочтениями самой госпожи Эрреры стоит считаться. Не случайно же она, до того, как стала всемирно известным дизайнером, много лет подряд оказывалась в списке самых стильно одетых женщин планеты. Дизайнер Каролина Эррера войдет в историю американской моды не только тем, что сумела создать успешную империю одежды, но и тем, что была женщиной исключительного стиля. Есть ли у вас иконы стиля? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Знаете, кто для меня икона стиля? Жаклин Кеннеди Анасис? Нет, те иконы, которые висят у нас в комнатах. Вот это иконы.